Надежда умирает последней. История маленькой челнинки Ксении Беловой так похожа на судьбы многих людей с тяжелыми заболеваниями. Но все же есть в ней что-то особенное. Ее храбрости, смелости и жизненной стойкости могут позавидовать многие взрослые. А ведь ей нет еще и 3 лет. Необычайно солнечная девочка Ксюша Белова в настоящих солнечных лучах купается нечасто. В свои 2 года она уже перенесла 3 сложные операции, и будет ли она ходить, до сих пор неизвестно. На 28-й неделе сказали, что у ребенка позвонковая грыжа. Но здесь же показала только как сверху. А когда в Казани-то разрезали, а она расслоила позвоночник вот на 2 части. И там вот пришлось ей сделать операцию, убрали вот эту грыжу в середине и пропустили до хвостика, до копчика. У Ксюши еще 2 сестрички и братик. Чтобы прокормить семью, родители много работают, а потому лить слезы в больничных кабинетах – удел прабабушки. Сегодня она не хуже врачей рассказывает, что перенесла ее маленькая правнучка. Грыжевой мешок, вышедший за пределы позвоночного столба, врачи ликвидировали, сделали пластику дефекта. По-другому спасти жизнь малышки было невозможно. Но есть у операции и обратная сторона. Мы, к сожалению, обрекаем ребенка на дефицит неврологический, поскольку иннервация идет именно из этого отдела, поясничного отдела позвоночника. Мы в дальнейшем получаем парызы и параличи, недержание функций тазовых органов. Девочка очень позитивная, она всеми силами старается, пытается встать при помощи рук, конечно, в кроватке. Что самое главное, она интеллектуально сохранна. Поэтому с ней надо работать, заниматься и ставить на ноги. Сегодня состояние Ксюши Беловой стабильное. То есть улучшений нет. Ее ножки не чувствуют прикосновений и боли. Но родители настроены поставить девочку на ноги. А потому собирают деньги на поездку в петербургскую клинику. Стоят в очереди за господдержкой. Но боятся, что когда она подойдет, будет слишком поздно. У нас никого на свете больше нет. Вот я, если бы могла содрать все кожи и сказали бы, что это стоит хотя бы 1 000 000, я бы одну осталась. А пока песочницу ей заменяет кроватка, а друга – плюшевая Жужа. Где глазки? Глазки. Глазки. Жужа красавица? Красавица. Катерина Карцева, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны. Принять участие в судьбе Ксюши Беловой может каждый. Деньги можно перечислить на лицевой счет. Он указан на сайте stv-media.ru. Также всегда на связи мама Екатерина Белова. 987-274-77-26.